сегодня мы идем с Наоми к доктору. А еще Наоми должны сегодня сделать 3 прививки. Ребятки, всем привет! И это наш новый день и наш новый влог. Сегодня мы идем с Наоми к доктору, но сейчас она не больная, а мы еще должны были пройти, это называется, как чекап, проверка. Пошли, нашли. Открылся. Пошли, Наоми. Мама держит. Вот. То есть мы должны были еще 2 месяца назад пройти проверку в 1,5 годика. Там делают прививки, проверяют, насколько она там развита по возрасту, все ли в порядке. И так как она все время болела, потому что мы ходим в садик, то мы никак не могли пройти. Вот, сейчас мы едем на паркинг. Дэвида мы оставили с папой. Маргарита пошла заниматься. Хай. Хай. Вот, и мы едем. Покажем вам, как это будет, если сможем. А если не сможем, то не покажем, а просто расскажем. Маргарита смотрит на дядю, который зашел к нам в лифт. И играет со своей игрушечкой. Наоми говорит «бай». У тебя уже наш 6-й этаж, у нас на 6-м этаже машина припаркована, мы идем, пошли, Наоми. Наоми так прикольно идет, да, нам другой выход, другой, вот эти двери нам. Мы уже пришли к своей машине, сейчас будем садиться, стой, Наоми. Так, да. Ой, это я не с той стороны, тебя сейчас с той стороны зайдем. Все, я уже посадила Наоми в кресло, будем ехать. Мы уже пришли к доктору и ждем, чтобы нас приняли. Наоми, покажись. Наоми играет тут в эту игрушечку. Все, нас запустили уже в кабинет. А вот здесь мы Наоми дали такие наклеечки, чтобы она смотрела. И Наоми осматривается в кабинете. Вы уже с нами много раз видели наш кабинет. Но я еще раз покажу. Ну, вернее, тут каждый раз разные, но они все сделаны одинаково. И можно подумать, что мы всегда в одном и том же. Тут такая кушетка, там разные штучки, которые можно использовать, если нужно, там подстилочка, памперсики, мокрые салфетки. Вот, вот здесь у нас такой вид из окна. И вот наша такая Наоми красивая. Что-то она хочет, чтобы я ей что-то открыла. А на лбу это у нее царапины из-за того, что когда мы были в Северной Каролине, ее покусали комары, и она их расчесывает. То Наоми уже взвесили, померили, ее раздели, поэтому не буду вам показывать ее полностью. И мы это все делала медсестра. Наоми играется с наклеечками. Вот ее одежка лежит. И сейчас мы будем ждать доктора, чтобы доктор нас еще раз посмотрела и рассказала, что да как. А еще Наоми должны сегодня сделать 3 прививки. Наоми играется со своими наклейками, клеит их на ножки, развлекается. Так сильно увлечена. Микки Маусом. Ой, Мини Маусом. Микки Маус это мальчик, а Мини Маус это девочка. Все, нас уже посмотрела доктор, сказала, что все в порядке. И сейчас мы ждем, чтобы сделали прививки. Это нам нужно сходить к стоматологу, чтобы сделать первую чистку зубиков и проверить зубы, в каком они у нее состоянии. И тут дали какую-то щетку. У нас вот в эту стоматологию посоветовали сходить. Ну, это которая тут ближайшая и специальная детская вот такая вот. Ну, щетка, наверное, это не под ее возраст, просто тут стандартные какие-то наборы. Наоми плакала. Ну, вернее, она не плачет, когда ее доктор смотрит. Она еще плакала с тех пор, как ее медсестра смотрела. Это такие зубные ниточки детские. Кстати, очень удобно деткам чистить вот именно такой ниточкой. Мы каждый день, каждый вечер чистим зубки. Это Наоми, помнишь, мы чистим, только у нас тут вот, у нас чуть-чуть другая форма. Они есть разных форм. Наоми сделали 2 прививки, и она плачет сильно, потому что ей больно было и не нравилось. Мы уже в лифте будем ехать сейчас обратно в садичек. Мы уже сели в машину, Наоми ест свой перекус банан. Ай, Наоми, мы пришли с Наоми забрать ее из садика. Наоми не хотела уходить из садика так сильно, что аж расплакалась. Так весело ей в садике играть с разными друзьями, разные игры, книжечки читать. Вот так вот. Так, а теперь мы едем в лифте и идем домой. А там нас ждет то братик, маленький братик.
Анна у меня будет сейчас братиком играть и рассказывать ему, как у нее прошел день в садике. Да? И выходим и идем домой. Да? Да, уже у Наоми поднимается снова настроение. Вспомнила, что скоро увидит братика своего. Да? Наоми нравится все смотреть по сторонам. Видеть разные виды интересные, да?